Приветствую всех, уважаемые зрители. Вы знаете, сегодня наш выезд пройдет под девизом «Я всех обманул». То есть у нас сегодня довольно серьезная компания, полюбившаяся всем GMC, еще под Джерик на 35-х, и мы ожидаем еще пару-тройку серьезных машин. А все почему? Почему они приехали? Потому что все ожидали увидеть Нио на 35-х колесах и на колесных редукторах. Но мы, конечно же, приехали на старых маленьких недомерках и попытаемся сегодня проехать. Все, конечно, расстроены, и мы тоже, на самом деле, расстроены. Было ряд накладок, и поэтому мы решили все-таки не отменять сегодня выезд, а приехать и дать последний бой в старом виде. Неведомыми судьбами здесь оказались ребята с Offroad SPB, то есть наша компания сильно расширилась. Наша машина по-прежнему является слабым звеном, то есть посмотрите на эту компанию, то есть тут 35 это так средненький размер. Видимо, нам придется ехать первыми, чтобы не ломать лед. И попробуем показать, знаете, сегодня у нас штурман, Илюха, покажи Илюху. Значит, Димон сегодня будет больше снимать, а у меня будет человек, который будет ходить и искать траекторию. То есть, возможно, за счет этого нам сегодня будет чуточку попроще. Начинаем. Короче, если Нива не провалится, а весит она у нас полно стопом или что-то такое. Ты явно читеришь. А? Кто у нас читер? Я самый маленький, самый хитрый. И самый легкий из всей этой компании. Я сегодня специально не поел. Это широкий, да здесь не пролезу. Пацан, ты не залезешь сюда. Вазик, да, так и это тоже. О, все, провалился. 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 Буханка провалилась, но там дальняя. О, вот это нормально. Вот это хорошо. Я тайно объявляю закрытым. Все сюда. Это вообще очень плохо было. Все, пускай прямо, наверное. Потихонечку только, чтобы можно облет тут поломать тачку. Все, все! А здесь полюбимые СПБшные привычки. Так, мы большую часть команды объехали за 5 лет, но давайте где-то наверх, не доехали. На военной мосты, кстати говоря, все-таки дают. Что-то 33-й, это лучше, чем 37-й едут. Я сегодня первый раз узнал, что, оказывается, есть объезд этой засады, и большинство машин, больших и тяжелых, это дело объехали и воспользовались. Мы проскочили, но тяжелые машины немножко нас подзадержали. Сейчас, ой, пожалуй, наверное, одно из самых интересных мест будет. Двигаемся туда. Ну что, Нива поверху поедет, не? Если застрянет, то просто цепляй ему.
Там все намотано. Смотри, куда он сейчас в центр поедет. Вот здесь дорожка была. Видишь? Видишь? А там нормально. Вот сука, езжай прям, да. Сука, сейчас он провалится. Да. А вот теперь тяжелые машины. Уазик бешеный. Он короткий. Короткий мотор. Сейчас надо дать проехать. Нет, тут как-то никто не провалит. Сейчас она провалится. Тут-то как раз таки она и не должна. О, пошло трескаться. Игорь, это вся глубина, больше не будет глубины. Здесь нету своей силы, ребята, это вы копните под него, там песок. Все. Игорь, это вся глубина, больше не будет глубины. Клиент готов. Поехали. Ну, заранее. Давай.
У нее, по-моему, колесо слетело. О, да. Не слетело, но оно прошло. Парни тактика, а-ля наша на гелике. Как бы. Ну, как бы, да, доехал, дернулся, потратил меньше времени, поехал дальше. И машину сохранил. Да. Но пацаны могут не оценить, потому что тут можно сделать 18 попыток, и, может быть, на 19-й, конечно, заскочить. Все, куда ты идти? Приехал. Да, на меня, на меня! И тапку нажимай, тапку, 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 тапку! Жми, жми, жми! Ой, ой, ой! У нас это, случился УАЗик. Случился УАЗик? Да. Я думал, всегда у нас случается Нива. Нет, УАЗик. Есть что-то более трагичное. УАЗик. А что случилось? Тягу рулевую там погнули. Погнули, но она была гнутая уже, когда мы лёд били. А что, не выбить? Давай, народ, давай, толкай. Тренажёр уже. Поставив УАЗ на ход, нам предстояло преодолеть так называемую шестиколейку. Нива на тот момент ехала подозрительно хорошо, и я решил выбрать самую сложную траекторию, поехать ближе к реке, а остальные распределились кто куда. Левее, 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 сюда, сюда, сюда. О. Первый раз провалились за сегодня. Давай, держи край. За мной. Ну, мы пошли по самому тяжелому маршруту.
Думали, не провалит. Провалилось. Что, две Нивы вон едут. Быстрее всех. Так, продолжим тему редукторов, которые мы начали еще в обзоре с Grand Cherokee. Вот обратите внимание, форма заднего яблока какая. То есть это реально тюнинг, то есть для увеличения дорожного просвета, для уменьшения сопротивления в колеях и, ну, и так далее и тому подобное. Сделали вот такой тюнинг, и больше, в общем-то, якорей сзади у нас нету, спереди у нас рычаги. Это один из секретов, да, который я узнал по поводу этой машины. А второй момент, связанный с ее просто космическим зацепом, аэрлоки. То есть машина ездит на давлении 0,3 сегодня. И в прошлый раз она на низком давлении каталась. И помимо этого, ну, езда в натяг, вот конкретно сегодня, она, конечно, сильно помогает, не ломает лед. При этом тачка за 2 тонны. Да, да, за 2, я думаю, под 3 тонны. Под 3 тонны. Одни колеса, вот 4 колеса, запаска сколько весит? Килограмм, так хрен его знает. Да много, килограмм 200, больше. Короче, GMC с уважением. Я говорю, ноу-хау. Посмотри, какое. Мы думали, здесь радиаторы один, а здесь их два. Дополнительные атаки стоит. И даже при условии забитого основного, с помощью второго машина передвигается на нормальной температуре. Надо делать. И да, это у нас, кстати, большая проблема. Даже сейчас наша машина греется. Как мы не пытались отмыть радиатор после сезона, беда. Единственный, кто едет по нашим следам, это GMC. И при этом успешно едет. Тема почти как Нива. Здесь Нива сползла. Да, он сейчас тоже сползет. Сейчас посмотрим, как проедет. Вообще пофиг. Ты, короче, прикинь, он по твоим следам проехал. Фишка. Все хрустело и проехал. Ну, не провалился ни разу. Ну так фишка даже не в весе, а в давлении на грунт. Понимаешь? Если он тяжелый, так у него и пятно контакта намного больше нашего.
проварил. Как мы там проехали, да? Вообще. На таких машинах иногда приходится плюхаться. На маленьких машинах можно бежать. Ты до последнего упираешься и бежаешь. Сегодня так, завтра будет огромное пустое поле, по которому надо будет просто валить на больших колесах, и Нива встанет. В этом и вся фишка. Нет универсальной машины. Да? Проще ехать уже почти, где едет, ты знаешь, что там... Да, просто ехать и сложно ездить. Это? А колея глубокая. Совместно с Offroad SPB проводим этот выезд, и, в общем-то, я думаю, что многие этого хотели. Хотели мы с ребятами, наверное, как-то по-другому, может быть, в формате каких-то проектов встретиться, но получилось, как получилось, и, в общем-то, нормально, нормально, все адекватные, и вместе рубимся к Ладоге. Это мероприятие у нас проходило, наверное, в 2015 году примерно. Вот. Было очень много внедорожников, и все как бы очень хотели сюда приехать. Вот у нас такие как бы остались как бы метки, на которые висят уже много лет. Один из участников только что проехал. Он все вам пиздит. Вырежи этого гада. Теперь самое интересное. Теперь самое веселое.
Парни писали с моста, это обязательный ритуал при переезде этого места с видом на Ладогу, прекрасный вид, почему бы и не пописать. Дальше мы, соответственно, по правому берегу пытаемся вернуться, пытаемся объяснить буханке, как не ехать с нами, как найти другую дорогу. Но настроение у всех отличное, поэтому продолжаем. Туда. Ну что, друзья, мы стоим у заветного мостика. Мы сегодня утром здесь были первыми, уезжаем последними. Трасса вдоль реки Марья в очередной раз показала себя крайне непредсказуемой. Сколько раз мы сюда не приезжали, результат... Ну, результат все время примерно одинаковый. Уезжаем очень поздно, но машина едет все время по-разному. Первый раз мы вообще тут не ехали никак. Потом мы ехали вообще спокойно, на редукторах мы сломались. Сегодня совершенно, ну, случайно мы здесь практически оказались, не планировали в такой конфигурации ехать в море, и машина ехала, ну, шикарно. Ну, сегодня был такой день, когда вес играл там 90% вообще успеха. Парням из Offroad SPB, которые к нам присоединились, спасибо за компанию. Видео выйдет одновременно на наших каналах. Поэтому смотрите наш видос, переходите к ним на канал, оставляйте везде комментарии, делайте везде подписку. И до новых встреч. Всем до свидания.